Всем привет! У нас сегодня событие. Оказывается, новое появилось у нас в игре. Это два события. Рождественский карнавал, рождественская церемония. Зайдем. Смотрим. Тут у нас есть убийство монстров. Вам дают очко, да? Еще используйте сокровища. Сокровища у нас тут. Вот так и каждые 2 часа Санта будет оставлять множественные сокровища в темном лесу. Ресурсная башня. Ожидайте вашего открытия. Время исследования. Уровень. Тут, ого. До 5 уровень, оказывается, есть 1, 2, 3, 4, 5. 5 уровень, это 25 минут. Все, поехали. О, какой такой. На 5 уровне вот такие подарки, оказывается, есть. На 3 вот так. Мне нужен 5 искать будем. Хорошо, вот так. Подарки еще Санта оставляет, оказывается, из 25 число. Еще не открыто это. Давай, друзья, в лесу с башни пойдем. Ищем подарок. Подарок. Желательно 5 уровень. Если нет, 4. 4 тоже пойдет. Искать надо, искать. Все собрали уже, походу. Я не знаю, это без ограничений, походу. Вот, вот собираете. Чё? А тут... Четвёртый уровень, вот. Скопаем 4 уровень. На всякий случай защищаем. Отправляем в комнате. Я не знаю, сколько надо отправлять. Поэтому отправим вот так. Я думаю, даже один войска хватит там. Много не надо. Вот тоже. Вот конец отправляем, потому что они быстрее доедут. Намного шустрее. Давайте вот попробуем один вот четвертый, да? Один штук войска и все. Много не надо. Вот. То же самое. Просто может у вас королевство война. И вас могут атаковать, да? Или я не могу атаковать. Урвать. Конечно, могу, оказывается. Вот такие дела. Вот такие дела. Мне понравилось очень. И еще мне понравилось вот это. Вот. Я могу ставить свою елочку гори. А, это из нашего королевства, оказывается. Получить очков, вкладывать. А, у меня, походу, нет. Все. Короче, можем украсить. Вот елочка наша. Это фермерский. Я поставил один раз. И вот это очень-очень крутое событие. Я могу поделиться еще, оказывается, вот. И мне дают очков. Вот так. Пройдем сокровище. Сокровище. Мне кажется, вот смотрите, тут хотя бы есть 4 уровень. А там ресурс башни нет ничего. Даже 4 уровень. У нас королевство мир, поэтому никто никого не бьет. Все дружно играем. Вот такое событие. Если про событие есть какой-нибудь вопросы, вы можете писать в комментарии. Я могу отвечать. И вот я сам тестировать буду. Буду смотреть.
Давайте теперь посмотрим награды. Награды зайдем. И вот елочка посмотрим. Тут я когда увидел, я был в шоке. Вот тут, оказывается, дает нам замок. Собирайте, когда наберется 14 тысяч балла. Но у нас всегда, вы понимаете, да? Всегда дает замок, но его мы никогда не получили, да? Никто, думаю, не получил. Без доната не получится. Вот в чем проблема. Ну, хотя бы донат 100 долларов, это не хватит туда. Но радоваться, думаю, нельзя тех, кто не тратит много денег. Вот пришли наши солдатчики из отчет мероприятия. Вот. Разведка удалось. Посмотрим, что дает тут. Материал сундук. Уровень сундука 6. Ресурсный. Рождественские перчатки. Рождественский подарок. Коробочка. Звездочка. Приносящая удачи. Ну ладно, давайте вот тут. Ну почти то же самое, да? Зайдем сюда. То же самое. Ахмад. Третий то же самое. Ну давайте сюда зайдем. Вот коробочку посмотрим, открывать. Что получится? Один из награды. Что получается? Барбалов нападение льва. О, отлично же. Давайте откроем один. О, фиолетовый, оказывается. Неплохо, неплохо. Это нужен. Я люблю лево свой. Оборона. Отлично. Атака я легко собираю, потому что я атакую много, но оборона мало очень получаю. Все, всем добра. Позже еще напишу видео. Второй уровень. Это второй уровень палатки. Это третий, вот так выглядит. Вот второй. Ну, походу, смысла мало. Вот такой снучок дает. Да, смысла нету. Кому как еще посмотреть сами. Времени нет, каждую секунду отправлять, поэтому нет, я думаю, не стоит. Открываю снучок. Опа. Ускорение. Ну ладно, всем добра. Ни pour personne d'autre. On tient juste à dire que le pont qui mène au succès est